Вот так отойди теперь и побеги на камеру. Иди, побеги на камеру. Беги на камеру и ручкой маши в нее. И помаши ручкой в нее. Вот нагнись, нагнись к камере и помаши ручкой в нее. Эй, а ты видишь камеру где? Посмотри на нее, скажи привет! Привет! С Новым годом! С Новым годом! Еще раз. Привет, с Новым годом! Всем привет! Мы сегодня находимся на пляже Банапур. Сегодня 30 декабря. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам волшебства в этот вечер и чтобы ваш год начался с исполнения ваших желаний. Пляж классный. И это видео у нас как раз обзор этого пляжа. За мной ряд лежаков. Видите, там лежаки, чуть лежаков впереди и столы с едой. Обязательно туда пойдем поедим. За мной вот эта вот Sunshine Zone, она здесь даже так отмечена, для такого принятия солнечных ванн. Море. Тут очень классно. Так как здесь есть вот такой вот волнорез, то здесь почти нет волн. Хотя в 10 минутах отсюда, на пляже Бангсарай, видео, про которое мы уже для вас снимали, поставлю ссылку на него внизу и вот где-нибудь здесь. Волны были сильные, а сюда приехали, волн нет. Давай, беги в водичку, Алиса! Смотрите, какой офигенный песочек. Песок. Песок, смотрите, какой классный. Очень мелкий. И здесь много ракушек. Смотрите, какой песок. Шикарный просто. Вот песок. От воды, и он весь состоит из ракушек мелких. Одним из плюсов данного пляжа является наличие вот такого вот парка с тренажерами для взрослых и с детской площадкой. В зоне лежаков, конечно, особенно тщательно убираются. В этой зоне уже побольше такого природного мусора. Здесь очень много классных ракушек, больших. Видите, пособирать для своей коллекции можно очень найти интересные экземпляры. Вода, как вы видите, светлая. Вот здесь немного глинистое дно, а вон там дно песчаное, поэтому там еще больше, более прозрачная вода. И вода настолько прозрачная, что здесь много видно рыбок.
И очень красивый здесь такой мыс. С двух сторон там вот остров видно, большие отели. А с той стороны видно Паттайю, вон Паттайя парк. Очень живописно. Есть несколько вот таких стационарных беседок, где отдыхают тайцы. Тут очень крутой понтон. В смысле, не то, что он крутой, на него сложно забираться. То, что это классно, с него можно прыгать, посмотреть рыбок. Сегодня вода не настолько прозрачная, как наш первый приезд, заезд на этот пляж. Море всегда разное. Раз. Классный стиль отдыха, очень нам нравится, тоже хотим купить себе матрасик и вот так вот лежать. Еда самая любимая, сомтам 50 бат, это жареная свинина с чесноком, 120 бат, мы еще заказали рис большой, еще его нам не принесли, и наш большой рис